должны участвовать. И в уставах некоторых политических партий есть даже положение, да, спасибо. Есть положение, которое участвует, что женщины должны участвовать не меньше 30%, 50% в организационной структуре партии, что женщины должны быть участвовать в списках электоральных не только доклада Алисии, но также равномерно были распределены. И вот в результате вот этих перемен, в результате того, что в 2006 году был принят закон о равных возможностях, у нас в Конституции сказано, что мы не отличаемся, у нас равные возможности. Но, к сожалению, эти механизмы не работали. За последние годы можем радоваться, что у нас есть положительные тенденции. В парламенте Республики Молдова 18,8% женщин и 101 депутат, 19% женщин. У нас есть заместитель председателя парламента женщина. У нас в правительстве Республики Молдова также на протяжении многих последних лет поменялись. То у нас была женщина премьер-министр, мы имели женщину председателем парламента. Сейчас в правительстве имеем двух женщин из 33 заместителей министра. У нас тоже где-то 17 женщин, 7 женщин. То есть у нас есть такие положительные результаты. Вот хочу обрадоваться, что за последние годы у нас на местном уровне этот процент вырос. Если когда-то или где-то 5-6 лет назад у нас не было ни одной женщины председателя района, у нас уже сейчас 3 женщины председателя районных советов. У нас 8 женщин заместителей председателя района. У нас очень много женщин работают на уровне, на втором уровне, где-то начальники управлений, главные специалисты. Поэтому у нас есть такие тенденции, чтобы увеличить количество женщин в процессе принятия решений. И для этого создаются такие инструменты. Это закон, который утвержден, это комиссия при правительстве о равных шансах и возможностях женщин, которые работают. Это гендерные единицы во всех министерствах, гендерные комиссии на местных уровнях. То есть инструменты такие законные, как будто у нас все созданы. Эти инструменты не только для того, чтобы мы могли радоваться, что вот женщина у нас участвует, но мы должны видеть результат этого нашего участия. Мы должны бороться, чтобы у нас с такими феноменами, как насилие в семье. Вы знаете, наверняка вы слышали, что у нас еще этот феномен еще есть. Мы должны воспитать с малых лет отрицательное отношение к насилию, чтобы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить СЧЕ за поддержку в этой области. Также у нас много сейчас изменилось, даже есть хорошие результаты в области предупреждения и суппорт, и поддержка. Виктория, трафик и дефиция в Умане, женщина, насилие и трафика. У нас есть центр, у нас есть услуги, уже мы можем радоваться, что у нас есть определенные успехи в борьбе с этим феноменом. То есть на вас большие надежды. Вы молодые девочки, девушки, будущие жены, будущие матери, будущие политики, вы должны поверить в ваши силы, вы должны точно определить, чего вы хотите, что вы хотите. И для вас открыты новые возможности, и потенциал ваш должен быть использован. Но, опять повторяю то, что сказала госпожа Ингрид, для этого нужно очень много работать. Учиться, работать, поверить, сообща, мы можем достигать, конечно, очень больших успехов. Я очень рада этой возможности, чтобы вы встречались. Конечно, проблема приднестровская, как мы ее называем, для меня лично как глубокая рана, потому что у нас не было никогда
Nu am avut nici disensiuni, nici probleme, noi totdeauna am comunicat cu oamenii care, cu familiile care trăiau în stăcanismului. Я очень сожалею, что за последние годы эта проблема не решилась. Но мы сейчас даже в составе этих групп по укреплению доверия, мы предпринимаем большие усилия для того, чтобы эта проблема не развивалась дальше. Мы должны сделать Молдову нашей страной, чтобы она была привлекательной как для тех, которые живут на правом берегу, так для тех, которые живут на левом берегу Днестра. Нефть не должен нас отключить. Может быть, я немножко откажу от темы семинара, но пользуясь случаем, что вы сегодня здесь, что вы имеете эту возможность общаться, убедиться в том, что мы не разные, мы одинаково воспитана где-то, мы одинаково мыслим, мы одинаково хотим жить нормально на этой земле, в этой стране, чтобы для нас открывались, как говорится, и ворота высших учебных заведений, чтобы мы нашли рабочее место достойное, чтобы мы могли создавать семьи, чтобы мы радовались нашим семьями, нашим детей, чтобы мы могли обеспечить нашим родителям достойную старость. Мы этого хотим. И вот мы должны способствовать всякому, чтобы все вот эти еще трудности, которые мы встречаем, мы способствовали, чтобы их преодолеть или не допустить дальнейшее их неразвитие. Поэтому я готова отвечать на вопросы, которые вас интересуют. Мне легко, если говорить о министерстве, так можно говорить днями, часами, потому что очень много действительно делаем, очень много хороших результатов, очень много хороших, то есть очень много уже индикаторов говорят о том, что мы на правильном пути. Во-первых, мы должны обеспечить нашим гражданам достойную систему социальной защиты. Начиная, как я уже говорила, от рождения до глубокой старости. И вот в этом направлении мы работаем. Мы гармонизируем наши законодательные акты, нормативные документы, регламенты. Мы развиваем социальные услуги. У нас сейчас новое отношение к пенсионной системе. Мы ратифицировали очень много конвенций международных, над которыми мы работаем, чтобы все то, что в этих конвенциях действительно в нашей стране реализовалось. Я хочу поблагодарить госпожу Мозер для того, что она сегодня рядом с вами, потому что она недавно в стране, в нашей стране, как жена посла, но я уже убедилась, что она хочет действительно наряду с женами, другими послами, с представителей других стран действительно помочь нам, чтобы мы создали из нашей страны страну, которая чувствовала себя и равна, и достойна среди тех стран, которые нас и окружают, среди тех стран, которые далеки от нас, как Америка, например, она очень много помогает нам, она поверила в нас, и очень многие реформы мы реализовываем только благодаря помощи нашим достойным партнерам, которые даже сегодня присутствуют рядом с вами. Поэтому вам огромное спасибо. Извините за мой русский, потому что с утра была на уроке по французскому, потом на заседании правительства на румынском, еще не успела переходить. Если останусь с вами до конца дня, буду говорить на русском без ошибки. Но так, пока входишь. Поэтому я готова отвечать на ваши вопросы, если вас интересуют какие-то вопросы легальных земель и межзачистых министерств. С большим удовольствием. Здравствуйте, Борец Сукче, Борец Санатаби Музык, Кураж, Путери, Сушитска Темели, Нусен Белок Майрели Кабарбати, Сиалокуй Майбуни. Și nașim copii cu dorința lor, dar în rest să putem împărți toate sarcinile și atribuțiile să le facem cot la cot. Și ca într-o familie sănătoasă, atunci când avem un tată și o mamă sănătoși, puternici, ambițioși și familia este frumoasă, așa și într-o țară.
Це був мокрак лот-лапот, але тоді барбать. Там був партичка акції, каті до мені, слухи своїми стіма. І в нас висунки сумки оптимісти. Крестен Вітору Републіки Молдова, ще Вітору Сантець Бой. Дар мудар Вітору, ще президенту. Дебе акум треба să începem să schimbați lucrurile. De fiecare din voi depinde ceva. Eu vă doresc și eu să vă mulțumesc.